Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней Татьяны Маснюк останется под стражей как минимум до 1 декабря. Киевский райсуд Одессы продлил ему срок содержания под стражей на 60 суток. Также обвинительный акт в отношении подсудимого направлен в апелляционный суд Одесской области для определения подсудности. Об этом ходатайствовал адвокат потерпевших Николай Стоянов. Юрист поясняет, что это необходимо для того, чтобы в будущем приговор суда нельзя было отменить по процессуальным причинам. Так как обвиняемый в совершении двух преступлений, совершенных на территории Беляевского и Овидиопольского района, но досудебное расследование осуществлялось киевским отделом полиции, то возник вопрос по подсудности. И нарушение правил подсудности может повлечь за собой в последующем безусловную отмену любого законного обоснованного решения только по этому формальному основанию. И дабы избежать подобных инсинуаций со стороны защиты, которая в последующем сможет отменить любой приговор, решением Киевского районного суда города Одессы сегодня обвинительный акт был направлен в апелляционный суд Одесской области для того, чтобы апелляционный суд Одесской области определил подсудность за одним из районных судов Одесской области. В мае текущего года в лесополосе за городом нашли тело молодой студентки Татьяны Маснюк. По подозрению в убийстве правоохранители задержали таксиста Андрея Пейчева, подвозившего девушку. Он пытался снять деньги с банковской карточки убитой. После задержания таксист сознался еще в одном убийстве. Теперь мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.